Вот смотрите, завожу машину. Ну, это пропищало, что возможен гололед. А вот эта вот хрень горит, так скажем, некоторое время. Выключатель включен, пассажир вслепую и снимаю. Вот он горит, гад. Вот уже 50 секунд. Что это может означать? Этот значок я знаю, что это типа не пристегивай ребенка. Вот, погасло. Минута 15. Не должно вроде так быть. По крайней мере, снова такого не было.